Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и мы в гостевом аккаунте. Но здесь у нас как будто бы все наоборот. Казалось бы, ресурсов много, должно быть все просто, но нет, у нас, ребятки, идет челлендж такой же, как и у вас. В общем-то, здесь у нас индораптора нет, и здесь мы зарабатываем гены на индораптора. Сейчас 2 единицы генов у меня есть за выполнение всего и вся. И сейчас нам нужно выполнить еще 2 турнира есть. Это могучие деньги плюс 14 дадут, и белая мгла нам даст тоже плюс 14. Давайте будем начинать. Кстати, и вот завтра, точнее сегодня через 2 часа начинается турнир на Индоминуса. И завтра, я думаю, мы будем его стримить. Точнее не думаю, а практически точно. Так, ну а сейчас давайте приступим к турнирчику «Белая мгла». Давненько мы не сражались с кайнозойскими, но теперь нам компания «Люди» не оставила ничего другого. Так, кстати, у меня здесь-то выбор даже побольше в аккаунте. Здесь явно кого-то не хватает. Ну ладно, давайте будем сражаться. Нам нужен кто? Моя любимая Титана Боа. Потом пойдет Тила Космил. 2 тела Космила пусть будет. Ой, какая длиннючая Титана Боа. Да, что вообще этот олень здесь делает? Так, что там Элосматерий против нас может сделать? 1700, ну, а, Индрикатерий даже так бьет. Ничего себе, Индрикатерий это слабак на самом деле. Но с такими-то показателями... Такими-то показателями. Ну, в принципе, нам Титана Боа нужна только для оленя. Для синтета Цераса, правильно? Если я не ошибаюсь. Так его зовут. Попробуем на 3. И да, это у нас получилось, ребята. Так, у него 1 балл остался. Но ничего, мы здесь легко справимся. Пять, пять, пять. Атакует на 4. Ну и все. Вау! Ну, а мы на все 6. Готово. Идем дальше. Смотрим, кто у нас там. У Интотери. Кстати, я у Интотери вообще прокачал или не прокачал? Ну, вопрос. Не уверен, что я его прокачал. Если взять Мамонта, он подменится на Мегатерия. Мы сделаем вот так. А против Мегатерия... Так, 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 так... Ну, и вот так, что ли. Хотя, наверное, стоило взять Гиенодона. Так, это у нас расходный материал. Мамонт 30-й. Атакует. Проатакует на 1. Ладно, поставлю 2 все-таки в защиту. Он проатаковал на 1. Ну, нам по барабану. Мы 4 балла получили хоть так, хоть так. Это была моя цель. И вот это нехорошо, конечно. И то, что у него Динотерий идет вторым, это тоже плохо.
Раз, два, три. И раз, два, три. Мне нужно защититься. А если бы он балл это перенес, нам бы было сейчас печально. Он бы нас мог пробить. Если бы у него было 5 баллов, а не 4. Но он, думаю, все равно проатакует. Конечно же. Куда он денется? А мы делаем вот так. Атака на раз, два, три. Дина Терри, попу пада 3. Изи катка. Я, знаете, хочу, чтобы сюда добавили слона. Вот я забыл, как он называется. Какой-то тоже Терри, у которого такая гигантская челюсть в виде лопаты, в виде весла. Нижняя челюсть. Ну, я думаю, вы знаете, о ком идет речь. Так, ну, а родственника Брента Террия мы только что завалили. Так, ну и последний бой у нас остается. Давайте вот так мы сделаем. Ну да, здесь многих не хватает. Так, в этом аккаунте. Мегатерий. Вот так. Он подменится на сумчатого льва. Его встретит Гиенодон. Так. Получается. У него на моего Гиенодона будет Мегатерий. Так. А Индрикатерий останется там, где и был. Так, так, ну тут 6000 жизни. Давайте возьмем Талика Смила. Гасторнис наш дорогой, давай, давай. Это было чертовски больно, я вам скажу. Так, ну я его сейчас-то легко пробью. Но и он меня пробьет. Мегиста Терри 133 за 2 удара нас положит. Нет, не положит. Но у него... А, у него 2. Отлично, все. Зачем я так сделал, не знаю, не спрашивайте. Десять тысяч урона. Но у нас все шикарно. У нас сильнейшие противники. Преимущество на нашей стороне. Блин, 3 приходится бить. Представляете, не хватило пару и баллов. Попробуем пробить его. Точнее, пробиваем Гасторнисом. Прикольно выглядит вот это, когда он бежит. Мне нравится эта анимация. Так, ну и получили мы 5000 генов там было. Я правильно увидел? Ничего себе. Так, это мы, получается, что сделали? Мы получили, выполнили одно событие. Кстати, еще тут что-то выполнили. И теперь нам нужно еще вот это выполнить. Ну, здесь вообще легко. Это чисто так для... для разнообразия. А здесь крутые ребята-то. Я так вот не обратил внимания, что они крутецкие такие. Давайте смотреть, что у нас будет получаться. Ничего себе, он с минусом круче, чем мы. Так он же сейчас, Карнораптор, меня завалит 80 уровня. У него и так был удар сильный. 2400. Так я один, ну не, выдержал. Выдержу один. Это печально.
Очень печально. Так, я что-то не обратил внимания на условия. Дело в том, что я нундагозавром-то не пробью джунгариптора. Вот в чем беда. И тут, наверное, такая стратегия не пройдет. Блин, да на 4, не знаю. Да я, дело в том, что я его за 4 не смогу убить. Если он меня атакует полностью на 4, ну да, надо было 3. Я его за 4 не смогу убить, вот в чем дело. Он-то меня будет атаковать на 4, ему нечего терять. А вот я его не смогу пробить. Мне нужно бить чуть ли не на 7-8. Так, а мне нет смысла, смотрите. Если я сейчас ставлю 4 балла в защиту, он меня атакует на 4. У меня остается на следующий ход тоже 5. Вот и все, ничего я ему не смогу сделать вот таким вот вариантом. Здесь без шансов. Я все сделал правильно. Да. Так, все, давайте смотреть внимательным. Условия. Редкие 2 штуки. Ну, я вообще-то взял самых крепких. Ну, можно взять вот так вот попробовать. Но от этого нам легче не станет. Они ж, смотрите, в полтора раза наш сильнее. 2 удара я не выдерживаю. Хоть так, хоть так. Но это какое-то непроходимое условие получается сейчас. То есть, ну я никак не смогу пробить их двоих. Ну вот, тем более он проатаковал на 1. У него сейчас будет 4 балла. И все. Так что, пожалуй, мы с этим турниром завязываем сейчас. Банально нет возможности никем это победить. Ну вот, вообще никак. Вот-вот, чтобы, а там эти ноют, о, здесь типа хакнутый аккаунт, в нем все так легко и просто, да, фигушки там. Здесь еще все сложнее, противники просто намного сильнее, чем у тебя самые сильные динозавры. Вот в чем прикол. Во многих турнирах. Так, раз, два, три, я его пробил. Раз, два, три. Попробуем. Ну вот тут шанс появился у нас. Он должен проатаковать нас, я думаю. У него же не больше 3000. Не, у него 1600 всего лишь. Ничего себе, мы как-то выкручиваемся. Да. Зато бой очень интересным получился. Так, условия тоже на 2 новых противника. И здесь что? Нам, смотрите, наш нундагозавр тупо в 2 с чем-то раза слабее. Вот так он подменится на нундика и вот так. Честно, не знаю. Не знаю. Если пролетим, то я не буду, короче, это записывать. Там, переиграю, не переиграю. Посмотрим. Выбора нет. Нету выбора. Не то, что там у тебя закончились твои динозавры. Даже твои самые сильные, как бы, тут фонарь еще могут сделать. Ну давайте, давайте попробуем посидеть. Ну, я никак, смотрите, у меня 4 балла, он полностью открыт. У него следующий идет Дилофозавр. Вроде как ситуация классная, но 600, я его никак, 6-4, 24, но будет 3500 силы удара. Вообще ничего не могу с ним сделать.
Но этого я сейчас легко пробью, конечно же. Нам повезло, что он проатаковал по полной. Какой-то шанс у нас появляется. Три удара. Раз, два, три и два. Ну, должны победить, наверное. Если Дилас нас проатакует. Если не проатакует, здесь 50-50. Чё-то, да, не ожидал я такой подставы от этого турнира. Ну, что он будет такой вот ядрёный. Да, и получается, видите, в первой паре как бы брать травоядного было вообще не вариант, хотя, казалось бы, он был, имел преимущество над летуном. Пришлось брать нейтральных, без преимущества сражаться. Ух, получили мы награду. Кому надо эти деньги? Что-что, а золотые монеты здесь завоевываются легко. Вот так вот. Итого, ну, 392 плюс еще 28 очков, ребята. А на этом все. До скорых встреч.